Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Александр Меркуль, и вы на моем YouTube-канале. Если увидите это видео, значит, скоро начнется 10-й выпуск импровизации. А перед этим я бы хотел вас поблагодарить за то, что вы подписаны на мой YouTube-канал, ставите лайки и оставляете комментарии. Я записываю это видео в преддверии Нового года. Возможно, вы смотрите это видео, когда Новый год уже наступил, поэтому я бы вам хотел пожелать в Новом году всего самого наилучшего. Оставайтесь такими же позитивными, веселыми и умными подписчиками. В новом году вас ждет еще больше контента, еще больше импровизации, стендапа, влогов, подкастов, ну и несколько, я надеюсь, новых шоу. Спасибо большое, что вы подписаны, отправляйте это видео друзьям. Ну а сейчас уже начинается видео импровизации, поэтому приятного просмотра. Всех люблю, с Новым годом. Было. Хорошо, дайте похлопаем, ребята. Спасибо большое, что вы ходите. Вообще молодцы. Спасибо. Да, сбил ты мне мой материал, братан. Я же начинаю. Ты будешь мешать мне, да, весь вечер? Честно, обещаешь? Мешай весь вечер, пожалуйста, обещай мне. А кто жена у тебя? Которую ты в прошлый раз не позвал, да, правильно? И он был намного спокойнее без тебя. Что ты с ним делаешь? Он сразу самец, да, становится? Сразу такой, я покажу, кто главный в семье, а то дома пиздят меня, сейчас здесь. Вы сколько вместе уже? Полтора. Полтора? Часа, блядь, это... Полтора года? Да и до сих пор 5 дней еще хочешь себя показать, брат. Я понимаю, это важно. Через 10 лет уже не надо этой хуйней заниматься. Ты уже новую будешь искать, жену. Но ты такой, вот вы вдвоем, это Кенджи твой, правильно? Вас же не случайно подсадили? Нет. Ты в этой паре красавчик, да, с бородой, да? Ты первый, да, бла-бла-бла, знакомишься, да, с девчонкой? А этот потом подтягивается. Ой, Айкос, Айкос, Кирикпа, Айкос. Айкос, будете курить с Айкосом? Второй всегда, который такой, брат, ты красивый, пиздуй давай вперед, бля. Классно, это жены, да, ваши, пацаны? Да? Ну, бла-бла-бар, было же когда-то у вас, правильно? До... это, семьи. Секс же был до семьи, правильно? Сейчас в браке секса нет, я в браке, я знаю. Он уходит из семьи, правильно? Ты вот так печать ставишь и секс такой, да, свидание нам. Эту семью не ногой больше. Вы еще не семья. Класс, бла-бла-бар, значит, можно, правильно? Значит, в пятницу ты ей будешь звонить, я спать. Сам в машине едет уже, ну. Я спать. Класс, а как тебя зовут? Азат, Азату похлопаем, Азат. А сколько ты с ней этот мутейшн делаешь уже сколько? Мутите же вы, правильно? Сколько? Полгода. Вау, а тебе сколько лет? Лет тебе сколько? 30? Брат, ну надо жениться уже. Через 3 дня умирать тебе 30 лет, брат. Уже через 4 года писька стоять не будет. Вот он не даст соврать, нет, ладно. Хорошо, девочки, здрасте, как вас зовут? Эльмира, спасибо, что по слогам со мной, как с имбецилом общаешься. Эльмира. А то урст сумбит, нахуй, Эльмира, а не Эльмира. Эльмира, чем ты занимаешься? А? Танцем? Каким? Одним танцем? Танцами. Эльмира, танцами. Танцами занимаешься. Что танцуешь? Тверк? Кей-поп? Стрип-пластика? Азат по бла-бла-бару только таких и ищет. Да. Он такой, кто стрип-пластика? Ты стрип-пластика? Стрип-пластика? Серьезно? Во, где танцует? Станцуешь? Азата писька так не делает, мы помним. Азату привычнее вот так. Что-что? Рекламную паузу? Ты что-то хочешь прорекламировать? Виагра! Что давай? Что-что? В туалет? Ну иди. Ты хочешь в туалет, но не хочешь никого пропустить, да, правильно? Ну вдруг с кем-то начнет общаться, не услышу!
15 тысяч отдала, все просала, ведь все шоу. Все шоу на мочу ушло! Ну ты прям сильно долго писаешь, ты же. Я если уйду писать, это 40 минут, бля. Ну-ка рекламную паузу сделать, я в ТикТоке хочу посидеть. Иди писи, ты что, ты терпеть будешь? А вдруг ты описываешься сейчас? Тогда вообще неловко будет. Тут запах будет стоять, зачем это нужно? Ты сегодня что пила? Ананасовый сок пила? Тогда вкусно будет пахнуть. Иди, иди. На стриптиз... Она не сказала стриптизер, блядь, откуда ты это услышала? На стриптизерах отлучусь я. Эльмира, стрип-пластика. Хайдага стриптизер, ты что? Стрип-пластика — это искусство. Стрип-пластика. Ты стрип-пластерка, правильно? Ты преподаватель. А, это приходят вот эти женщины, да? Я семерых родила, теперь хочу мужа возбуждать. И Эльмира такая, не перезывайте, это можно достичь. Классно. А рядом с тобой кто? Это шест? Кто это? Ты ученица? А вот та, ты стрип-пластерка, правильно? Давно ты учишься стрип-пластике? Чем ты еще занимаешься в жизни? Нет? С утра просыпаешься и пиздуешь на стрип-пластике. Вечером со стрип-пластики прихожу. Как тебя зовут? Что? Там человек, о, пришла, пописала, смотрите. Не переживай, специально диалог затягивал, чтобы... Мы слышали, как ты сильно выдавливала. Такая струя. Под давлением пошло все. Молодец. Хорошо. Как, Даяна? Даяна. Сколько тебе лет, Даяна? 28, Даяна. И ничего не делаешь, кроме стрип-пластики, правильно? Замужем? Да. Замужем. Муж? Муж что делает? Танцует? А? Хорошо, муж строитель. Смеяться не ходит, правильно? Он, ему достаточно твоих танцев, чтобы поржать. Ты ему видосы скинешь, бля, я выучила пару движений. Он сидит на работе, в каске нахуй. Мужики, не олд, а что такое? Сколько строит стрип-пластика? В группе в месяц 35. В группе сколько человек? Как Backstreet Boys 5 человек? Или Spice Girls? Виктория Адамс? 25 человек? По 35 тысяч? Нихуя себе, да? Вообще... И ты чего им вот так покажешь? Вот так ебашьте? Они все еба. 35 тысяч отдала, бля. Вот это тема. Смотрю, как еще 24 жопы вот так делают. Вот это, мне. Это того стоит вообще? А индивидуально? Час 25? Нихуя. С окончанием сколько? 35 тысяч? Чё так дорого? Час 25? И одна просто жопа вокруг нет, да? Я неправильно показываю? Не вставай, не показывай, пожалуйста. Не надо. Вау, 25 тысяч индивидуально. И сколько у тебя индивидуально человек занимается? А? Пока никто эту хуйню не купил, правильно? За 25 косарей. Ты занимаешься индивидуально? Ебать, он строит дома, чтобы ты танцевал, получается. Он такой, у меня в ЖК хата продалась. Еще жена 2 месяца потанцевать сможет. Ты еще 25 тысяч час, и она ничего не делает, кроме этого. Она у тебя по 8 часов выкупает вообще. Вау, ты в день нормально денег зарываешь. Ты откуда, Эльмира? Сакмо, ты еще и с области? А там Саула? Че за аул? Я не знаю, нихуя себе, я сам аульский, все знаю, бля. Я чувствую запах коров откуда-то идет. А?
Я откуда? Я из Харамтау. Харамтау. Еще кто-то, блядь, спросите нам, что. Харамтау. Че за ул? Как называется? Название же есть? Вряд ли ты в степи материализовалась, нахуй, такая. Между колосков пшеницы. А? Ну, название скажи. Как? Ортакше. Ортакше. Ортакше с трипластика, блин, а не волна. Ты можешь туда приехать и сказать, я с трипластика. Тебя сразу на костре сожгут, правильно? Думаешь, что ты ведьма наполовину. Круто, девочки. Спасибо большое, давайте похлопаем. Спасибо большое, что пришли. Кайф. Пописавшая, привет, как дела? Ты теперь расслабленная, напряжение ушло, правильно? Винишко в крови бурлит, все хорошо. Как тебя зовут? Девушка, рекламная пауза. Бля, впервые на концерте мне кричат, рекламную паузу можно? А что ты хотел, чтобы я ушел, а здесь человек блиндомет рекламировал, блядь, что ты? Что он такой, мы это яйцо намажем обычной пастой. Я зато высунул вот так. А второе блиндометом. И вот так бьют по яйцу, смотрите, не разбивается второе. А первое стало мягче. А? Как зовут тебя? Гулюм. Чем ты занимаешься? Художник. Вау, что рисуешь? На заборах вот это хуй. Вот это ты писал? Я художник, я так вижу. Молодец, Гулюм. А ты откуда? Здесь есть Вишневка. Бля, у нас сегодня какой-то этот... Акмолинская этот... Движуха, блядь, какая-то. Всех с колхозов согнали, нахуй. Вам Акимат билеты выделил, что ли? Вы как сюда попали? Сейчас мы с Вишневки Гулюм отправим! Она расскажет, как люди в столице смеются! Она такая, бля, можно остановите концерт? Я пописываю. Мне потом в Акимате отчет давать. Аким потом не поймет, что я хотела, что я. Я же ему не скажу, я писала и не слышала. Шутки. Я потом все Вишневки рассказывать буду. Потом возле костра все собираются, Гулюм такая. И вот, а там сидят справа стриптизерши. Что в столице творится? Разврат, похоть, грязь. Доктор венерологический сидела. Помнишь, а была яга, у тебя вот писька вся в маху была.